Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем чтение переводов сокровений Шакарима Кудайбердиула. Вэлумсы задам айван. Животному подстать ты будешь без учения, и делай все, чтоб знаний свет проник в твой разум. Ведь и науке нужна душа, ну а без разума науки нет. Рассудку нашему в поводье мысль дана. Освободи ее и ввысь стремись умчаться. Привычку с детства ты имей работать с нею и расширять познание границы. И в 40 лет я размышлял, и вот теперь мне 70 уже. Направился я снова в путь с познанием своим. И мысль, и мой язык привыкли так к труду. Не будь рабом того, кто почестями избалован, и разум свой не смей приковывать к нему, и за религией неверной не иди, не причащайся к ней, то вред лишь принесет тебе. И проповеди их за чистую монету не принимай, слегка подумав, предай все разуму, терпение проявив, и находи на все достойный в том ответ. Не проявляй высокомерия и легкомысленным не будь. И коль тебе укажут на ошибку, возрадуйся и в ноги упади тому. И камня не держи за пазухой, и к мести не спеши. Не будь как ураган, буран или ветер, стремясь к величию и власти. А также щеголем не будь, уподобляясь раскрашенным и глупым куклам. И если есть в тебе какой-то недостаток, коль больно даже, вырви его с корнем. Пусть будет чутким ясный разум твой. Лентяем быть не красит человека. Достойный человек есть тот, кто чист душой и в нраве смирен. Ведь самое плохое в человеке – двуличие и лицемерность. Коль скоро нрав его и слово неустойчивы и лживы, так знай, нет совести и чести у такого. Смотри, как за добычей он стремглав пустился. Так сделай же о нем ты вывод, что это зверь, не человек. Будь справедлив ты и к врагу, и плохо ни о ком не думай. Не стоит загрязнять свой разум, и не забудь моих ты слов. Запомни песнь мою. Иманом написано в 70 лет.